Так, а где второй портал появился? Вон там. Где? А, угу. У тебя есть дерево? Дерево, да, есть. А, отлично. Много? Не очень, но есть. Ну, 26. Нормально. Да, достаточно. Сейчас и еще 12 кацевых. Магичество сейчас как раз буду показывать себе. А, в смысле, с помощью того, что лечит, да, понятно. Ага. Это я понял. Ты что, так хочешь? Да не надо, сейчас я лесенку устрою. Я хотел другое сделать. Вау, классно. Блин. Ха? Есть. Ах ты. Здрасте. О, он активировался. Иди сюда. И дай мне дерево. Верстака нет у тебя просто так, да? Могу сделать. Ну, я тоже могу просто, я имею в виду, если бы он уже был сделан. Готово. О! Видишь, как прикольно, ни киндер, перлы не нужны. Ну, сейчас нужны. А, да? Ну кому как? О, смотри, мы прямо около города появились. С кораблем, походу. Это неизведанный? Наверное. Надеюсь, что с кораблем. Вроде с кораблем. Блин, это вообще прикольно. У нас постоянно были по два рядом. Нет, так, конечно, тоже можно. Да, тут до хрена шалкеров, так что он явно неизведанный. Все, я внутри. Элитры. Sweeping Edge, Protection Mending, Protection Unbreaking. Правда, не алмазная. И он тут прикольные так-то вещи, куча всего на мендинг, но такое. Ну что ж, одни надкрылья есть. Блин, у меня все это не уместится. Тут все, кстати, я могу тебе тут шлем хороший дать. Mm-hmm. На Protection 3 и Mending. Правда, он железный, но все же. О, наверное. Блин, я дебил. У меня инвентарь был полный, поэтому я собрал башку дракона, и она упала в пустоту. Молодец. Так, держать. Ой. Ай. Ты там тактично исследуешь это все? Угу. А я сразу к сундукам вышел. Да ты что, а то я не понял. О, Fire Protection 4 Mending, Fire Protection 4 Unbreaking. Это говно, конечно, но... Protection 4, Fire Protection... Projectile Protection. И... Curse of Vanishing.
Так, сел, кирл, сел. Че, ты левитируешь? Нет. А, ладно. Могу паркурить. Хе-хе. Так, эч, эч, эч. Эч, эч, эч. Оп, оп. Есть. А на кой черт ты сюда залез? Ничего нет. Где ты? А, вон. Я тут летаю. Да не ты. А. Вот. Блин, а вот смотри, а если на элитрах начать лететь, то оно противодействует этому эффекту левитации. То есть ты вниз начинаешь опускаться. Там ничего нет, да, наверху вот этой? Наверху этой я еще не добрался, сейчас иду. А. Да, наверху тут ничего, только пустец. А, ты же так хотел их получить? Не так хотел, но это как замен тыквам. А. Тыквы теперь есть. Так, то еще есть хоть где-нибудь что-то, где что-то есть? То есть есть где-то что-то, где есть я. Я имею в виду какие-нибудь места, где сундуки есть и все прочее. Не знаю. Тут есть место, где есть шалки. Вот. И что? Все. Что, они так нужны, что ли? Не знаю. А, вот он, господи, не заметил. Нет, тут тоже ни хрена. Ну, походу, все, тут больше ничего полезного в этом городе нет. Я тут все уже облетел. Я могу тебе, кстати, еще прямо сейчас дать крылья. Хоть они и не зачарованные, но чтобы хоть какие-то были. Ну, можно. Давай, ты сюда тпшнешься или что? Ага. А. Чем меньше протекшена. Ну да. Ах ты ж... Поганый. Мы, кстати, координаты не запомнили нашего этого портала. Какого портала? Ну, через который мы сюда попали. Который вон там? Да. Ну, я его только что видел. Просто мы сейчас пойдем... Запомни координаты вот эти вот. А, ну да. Ща. Ну что ж, полетаем? А у меня нечем. А, у тебя фейерверков нет? Нет. А у тебя есть эндер-сундук? Нет. А он тут где-то, по идее, должен быть, да? Должен быть, но не всегда, не обязательно. Ну да, я его не видел. Ну, значит, нет. Ща. Тут вроде бывает на более, на самом деле, нижних этажах. Там я споднялся сам. А, да? С самого низа, да? Не было. Ну тогда нет. Просто я тут внезапно осознал, что у меня у самого всего 20 фейерверков осталось. Ну это да, да. Узор надо искать. Фейерверки? Нет, надо искать другую крепость, где есть сундук. Ну да. Не, ну нам в любом случае как раз другую крепость и надо искать. У тебя есть бой из порошок или типа глаз? Нет. Только эндерперлы. В корабле, потому что есть обсидиан. А-а-а. Там есть варочная только стойка, но из нее бой с рот не вытащишь. Ну да. Да, ты можешь оттуда просто спланировать куда-нибудь. Например, сюда. Я подожди. Не знаю. Куда, что, как? Я не понял, как это произошло. Я вроде летел. Или нет? Где ты был? Где? Куда ты упал? На башню чуть ниже. На крышу башни. Пониже того места, где мы стояли. Ага, вижу. О, у тебя дерево хотя бы есть, могу сундук сделать.
почему оно не полетело. Я нажал пробел. И он даже, я прям почувствовал эффект парения. А-а-а. Но он все равно с разгона шмякнулся в землю, и я сдох почему-то. Может, ты просто прям вот лицом в землю полетел? Нет, я смотрел в сторону. А. Но зато я взял фейерверк. Сколько? 64. О, найс. Так, только шалкеров сейчас мне тут не хватало. Да, вроде я всех убил уже. Не. Вот меня сейчас один подкинул. Я медленно улетаю вдаль от сундука. Mm-hmm. Сейчас я крышу над собой сделаю просто. Над крышей. Блин. А где мое все железо? Вон этот придурок, и он даже не один. Передурок. Вот, еще один, и еще там их дохрена. Откуда вот ты сейчас стреляешь меня? Я не понимаю, откуда вот это все ко мне летит? Оттуда. Со стороны там. А-а-а. Я так и думал. Нет. Правда, не знаю, все я подобрал или нет, или что-то вниз еще могло упасть. А вот ты где, мразота. Ну теперь их вроде точно уже здесь нет. А нет, есть. Вот прям здесь, вот, например. Нет, так что тут экстра до хрена. Экстра хрена. Не, вроде я все подобрал, потому что на нижних этажах уже ничего не лежит. Ты уже здесь или ты еще дома? Я еще дома. Такое ощущение, что они тут респаунятся. Наверное. А сундук края ты взял? Нет. Хотя, может, он и не нужен уже. Я из него только взял вещь. Ага. Вещь. Нет, ты не полетел, потому что они вообще не подамажены. Ну, вот я и не понял, почему так. Ты хоть надел или забыл? Надел, конечно. А вдруг? Подожди, мне надо в крепость лететь, да? Да, да, да. Ехать. Ага. Что там? Что? Что, где? А, понял. Так, не знаю, как ты сейчас сюда заберешься, сюда, где этот сундук? Помощью. А, я, наверное, знаю как. Я сейчас сделаю еще один сундук и все перемещу вниз. Оттуда.
Что? Как? Я сейчас, подожди, да, я подумал, как это произошло. Что произошло? Ну, я вышел из портала и полетел в пропасть. А, именно из того, который вот такой, да? Да. Который под люком. А, ну это, наверное, то же самое, как тогда. Нет. У вас. Это ты пишешь, когда ты обратно возвращаешься. Нет, не факт. Да нет, часто я это правильно тпшнулся. Просто я не рассчитал, что платформа такая настолько короткая. Что я прям вышел и шагнул в пустоту. И сколько же всего ты всрал? Немного. Немножко еды и яблоко золотое. И фейерверки. И все фейерверки. Ну да. Ну, а может быть, ты тогда вернешься? Ну, я постараюсь. Я сейчас, знаешь, что сделаю? Я платформу эту построю большую. Странно, почему я сдох от такого небольшого падения? Не знаю. Сдох от такого небольшого падения, ты вообще-то в пустоту Нет, упал. На крышу упал когда. Ну это не знаю. Все твои вещи лежат в достаточно безопасном месте. Гениально. Тростник-то у нас бесконечный, а вот порох нет. Почему она не едет? Ехай. Алло, вагонетка. Что за бред? Зажегся. Кто? Портал. Какой? Вот этот, от которого ты упал. А и что значит он зажегся? Он типа этот фиолетовый луч. И что значит? Означает, что луч фиолетовый. Ясно. Я понял. Смотри, знаешь, почему я упал? Вот я вот здесь появился сейчас. То есть я из портала, когда вышел, я просто шагнул и он туда полетел. Понятно. Ну, блин, естественно. Нет, чтобы по центру спаунить человека. Нет, надо обязательно вниз. Видишь, там сундук? Вижу. Мои вещи? Да. И часть моих тоже.
Ну да, явная часть троих, потому что тут не влезает в меня. Ну да. А Керкита тут и нету. Да? Ну, я подобрал все, все, что там было. Ну, Керка была не зачарована. Алмазная. А два алмаза откуда здесь он? А из сундука. Высокая лестница. Все, драконья. Он дыхание. Снова обфиолетовился почему-то. Что у меня три этих. Три меча. Ни одного кирки. Эндерняк, дай мне один. У тебя есть с собой эндерняк? Камень края нет. Че, я тут все безопасно сделаю. Во, идеально. Правда, тут я с Лёком эту хрень не сделал, но и пофиг. Собери немножко эндерника под собой. А зачем? Ну, да. А, ты хочешь это? Все. Понятно. Хватит. Нам надо сейчас еще одну крепость искать. Ну, как бы, окей. Ну как? Ну как-нибудь. Ну пошли как-нибудь. У меня ни еды, ничего нет. Как не мне? У меня 4 коровятины. Это что это? Бутылку выдал. Просто с водой? Нет, с халкой. А. У тебя даже не регенится, что ли? Че не регенится? Здоровье. Ну, у меня сейчас, я говорю, еды нету. Только... То есть у тебя мало голода? Хорус фрут. А. Не, ну, как бы... Тоже неплохо. Ну да. Я сейчас с ним... Я чуть-чуть полетаю, просто чтобы... Изведать местность, чтобы хотя бы знать примерно, туда мы летим или нет. Идем. Ну, как туда. В ту сторону. Не, ну просто вдруг нет. Вот, наверное, если в эту сторону пошли, тут было бы плохо. Хотя, может, и неплохо. Тут в любую сторону пойдешь, будет плохо. Ну, вообще, да. Рано или поздно мы все равно найдем что-нибудь. Они разве бесконечно генерируются? Да. А, значит, мне казалось, что нет. Ну, а когда? Почему вдруг они кончились бы? Не знаю, что-то мне казалось, что там, типа, это чем-то похоже на кольца вокруг планет каких-нибудь, типа, что вот какое-то что-то там есть, а дальше оно заканчивается. И это просто рандомным образом. Это как данж в этом. В биоме любом. А-а-а. Может там появиться, может не появиться. Как сгенерируется, так сгенерируется. Не, я не про города, а вообще про вот эти все острова. А, не, они рандомно тоже. А-а-а. Просто случайная генерация. По заданному алгоритму. Угу. Мы же когда путешествовали, даже Ваня об этом рассказывал. А-а-а. Как оно, по какому принципу оно все делается. Ну, отлично, спасибо. Где я? Ой, я нашел еще один портал. Мне это пошло в жопу. О, прям совсем? Вниз. И ты не можешь оттуда выбраться? Не очень-то. Блин, а у меня 3 кирки, я мог, наверное, тебе дать одно. Наверное. У меня ни одной. Блин. Я как раз об этом говорил, у меня нет кирки, несколько раз сказал. Не, просто я не подумал о том, чтобы одно из своих тебе дать. У меня 3 меча, например. Но нет кирки, ни одной. Зато у меня твои колблстоуны, я выбросил.
Зачем ты В выбросил? Выбрался, говорю. А. Выбросил. Видишь, не зря я их брал. С собой. Ага. Так, ну я пока тут ничего не нахожу. И я. Еще один портал нашел. Не, блин, 5 фейерверков осталось. Вообще не прикольно. Ты, главное, крылышки каким-нибудь образом не просри. Ну, попробую. Но я сейчас не в них. Да, я понял. Вот эти растения да, таким как бы плотным этим генерируются, что кажется издалека, что это здание. Еще один портал. Им, наверное, полезно было бы еще на хотбаре Эндерперлы держать, а иначе случится что-нибудь и конец. О, я нашел корабль. Ага. Да, и он явно не исследованный. Все, сейчас заберу и свалю. Куда? Домой. Домой где? Не знаю, тут я до хрена встречал порталов. Семена свеклы. Семена. Вау! Вау! Блин, это вообще классно. Киркана Мендинг, Efficiency 4 и Fortune 3. Я такое ходил. Там же примерно. Вообще офигенно. Там же обычно рядом с ней силк тач бывает.
А, ну нет, тут не было. Так, сейчас я заберу голову дракона на этот раз по-человечески. Вот, забрал. Ни один фейерверк остался, попробую следовать тут здание само. Следовать. А, ну тут на самом деле очень маленькая всего, одна башенка, даже без ответвлений. Тут опять нету сундуков края. Фига тут золото. Богатый. Угу. Не, осветления есть, но очень маленькие, там ничего нет в них. Так что мне надо просто найти портал. Так, а ты сможешь хоть как-нибудь выбраться? Не, да, не уверен. Ты тут никаких ни порталов, ничего не видел, да? Не. Так, это там что? Это портал, да. Так, так мне же лен, хватит. Да, мне должно хватить. Ну-ка, я попробую на крыльях залететь в портал. Нет, я промазал. Я хочу еще попробовать. Сейчас построю колонну, чтобы с нее спрыгивать. Мне просто очень охота так попробовать. Нет, я слишком маленькую колонну построил. Да блин, все равно маленькая. А, почти попал. Да что такое? Как я не попадаю? А, я тебя не смотрел. Ну ладно, посмотрел и посмотрел. Иди в жопу, сдохни. И снова конец. Выхода нет. Тум-тудум. Снова конец. Тум-тудум. Еее! Получилось. Ту-дум-тудум. Я влетел в портал. Молодец. Тум-тудум. Тум-тудум. Так, а теперь я пошел чинить крылья. А у меня вагонетки нет. Это не игр. Ау, кто что? Тот штатник. А, два Влада завтра в 9:30 на кафедре. Это портал. Не вижу его. Где же портал? Ну, нам завтра тоже. Нет, нам завтра у них 9:30. А, во сколько? Ну, если по расписанию, то в 16:30. Ага. А если не по расписанию? То это уже как Улан скажет. Ага, такое, типа, напишет. Через 5 минут жду всех. И мы такие, окей. Да, сейчас, конечно, будем. Блин, а ведь ты знаешь, из-за того, что ты в краю, у меня ферма очень плохо работает. Ну все, значит. Slash kill. Ага. Ладно, тогда потом починю. Та-та-та-тан. Тоже там есть. Может, еще. А ты не можешь просто вернуться к тому, откуда мы изначально появились? Нет. Почему? Я потому что не знаю, где. А. А во-вторых, у меня уже блоков нет простраивать. А-а-а. Почти. Это, ну, конечно, шарфи. Стрёмно. Не, ну ещё есть дерево в блоках. Сейчас, знаешь что, я попробую, я снова в тот портал пойду и попробую
Там по координатам, чтобы мы сориентировались. Mm-hmm. Просто еду и вперед. Блин, а у меня тоже еды нет. Да. Ну, ешь хорус. У меня его нет, я на основном острове сейчас. Ну, значит, все, не ешь. Значит, убивай эндерменов и ешь мясо. А, где же портал? Нету его. Хотя бы один портал. Ту-ту-ту-ту. Что же такое? Так, опять нету портала. Выпустите меня кто-нибудь. Uh-huh. Люди, ау. Есть кто живой в этом бесконечности? Uh-huh. Я иду, иду, шагаю по земле. История. Прыгнул через пустоту. Так, ну что, какие у тебя координаты? Большие. Ну, скажи. И жирные. А, минус 1896 и минус 1715. Фига, ты далеко ушел. И, иди-ка попробуй, короче, идти в сторону обнуления. Нет, это в обратную сторону, откуда я пришел. И там точно ничего нет, я знаю. Не, ну ты изначально иду... изначально же пришел оттуда, где портал этот был наш. Да, но это так далеко, что мне проще сейчас идти дальше вперед и найти другой портал. Ну, это как повезет. Ну, ты же говоришь, что они довольно часто встречаются. Поэтому... Ну да, но только вдруг ты окажешься на острове, откуда не будет, типа, дорожки. Ну, тут просто впереди я не знаю что, а сзади я знаю, что километры и километры нихуя. Вот, поэтому меня больше устраивает идти вперед. Тогда зачем я сюда вообще к тебе пришел? А вот это интересный вопрос. Пытался, значит, помочь. Но это не очень поможет.